Ну и зря, лишаешь себя удовольствия, говорил Афанасий Борщев. Наверняка он имел в виду фрукты, на которые меняют сигареты. Для тех, кто соглашается, двойная выгода. Во-первых, деньги. Один апельсин или одно яблоко стоит дороже сигареты. А то, что во-вторых, вообще деньгами оценить сложно. Здоровье не купишь, здоровье ничто не заменит. Я как участник сегодняшней акции, конечно же, полностью за здоровый образ жизни, за витамины. Акция «Сломай сигарету» проходит по всему Советскому району. И администрация участвует, и библиотеки. Где-то раздают конфеты, где-то фрукты. Может, молодежь заинтересуется, курить бросить, яблочки будет есть. Вы сами-то бросите курить? Ну, я вообще планировал, да, в этом году, но что-то не получается. Тяжела участь курильщика. Не всем надо курить. Не всем курить. Надо бояться своего здоровья. Будут либо от этого бросать курить, не знаю. Потому что я вот пытаюсь много лет бросить, честно говорю, и пока вот мне никак. Пробовал все уже, сигареты электронные, эти пластыри, только деньги убиваю, а вот пока я никак не могу отказаться от этого. Ну, так может быть за счет фруктов удастся? Попытаюсь, вот с вашей помощью попытаюсь теперь. Акции проходят на ура, фрукты разлетаются быстро. Мы буквально за 20 минут, учитывая, что сегодня не очень хорошая погода и народу не так много, в принципе, уже полвазы обменяли, так что... Думаю, что да, с удовольствием. Даже не одну сигарету многие давали в обмен на одно яблоко. Там предлагали, сколько не жалко. Кто-то 3 отдавал, кто-то 2 отдавал. То есть щедрые люди живут в Нижнем Новгороде. Понятное дело, вот такие пейзажи быстро не искоренить. Но многие нижегородцы говорили, что они не курят. Означать это может только одно. В моде сейчас СОЖ.